Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Авто Плюс», программа «Попутчики». Я ведущий Александр Гусаров. И мы продолжаем серию выездных студий с 14-й галереи Ильи Сорокина. А в гостях сейчас у нас Вячеслав Лен. Добрый вечер, Вячеслав. Добрый вечер. Наверное, у вас одна не только из самых интересных машин, которые вы привезли сюда, автомобилей, так будет правильно. Дело в том, что у вас уникальный автомобиль, на котором в свое время ездил премьер Хрущев, Никита Сергеевич Хрущев. Может быть, история этой машины и вот действительно ее уникальность, в чем она? Ну, во-первых, скажем так, на стенде все абсолютно уникальные автомобили. Там нет автомобиля, который в мире существует в двух экземплярах. То есть на всем стенде эти автомобили. Но, коль спросили, коль нет, скоро... Нет, мы начнем с одного, а потом поговорим про все остальные. Значит, о этом автомобиле. Это абсолютно необычный автомобиль. ЗИС-110П. Полноприводный. То есть полный привод как бы обозначает... По конструкции абсолютно специальный автомобиль. Он не имеет ничего общего с обычным кабриолетом ЗИСом. Во-первых, у него нет X-образной поперечины на раме. То есть там есть лишь несколько поперечин. Второе, у него стоит совершенно специальная раздатка и коробка передач. То есть именно для этого автомобиля. Также редуктор переднего моста независимого. Специально разработан передний мост независимый. То есть для советского автопрома это было, конечно, невероятно для тех времен. Обычно, да, ну обычная схема, два неразрезных моста и все. Да. Раздатка и коробка, в принципе, ну, архаичные. Во время войны, скажем так, ГАЗ-62 автомобиль был разработан, и это с него, в общем-то, поставлен полностью агрегат. То есть не агрегат, а агрегат коробки и раздатки. Задний мост у него стоит стандартный. ЗИСовый, но все в специальном таком исполнении, скажем так, усиленное, опять-таки, как на джип. То есть это джип номер один Советского Союза. Он и в прямом, и в переносном слове. Во-первых, у него... кузов уникален ведь сам по себе. Кузов уникальный, он усилен по-своему, то есть все-таки делался для первого человека Советского Союза. И очень необычно, скажем так, усилителями своими. То есть, ну, есть много отличий. Вообще, порядковый номер машины там, по-моему... Номер один. Номер один. Их две было всего, да, выпущено. Второй машины след потери. Вторую порезали. А, просто уничтожили. Ну, не утилизовались. То есть эти автомобили, все правительственные автомобили, ЗИЛ и ЗИС, я объясню, выдавались с завода как бы в лизинг. То есть сегодняшнее слово, применимое лизинг. Их обслуживал завод, забирал завод, потом утилизовал сам. Например, в «Чайка» автомобили «Волга» правительственные, их можно было всегда купить. Автомобиль ЗИС и ЗИЛ никогда невозможно было купить ни при каких условиях, потому что обязательно из гаражей особого назначения он возвращался на утилизацию на завод. То есть поэтому сегодня для коллекционеров автомобили ЗИС и ЗИЛ представляют наибольшую ценность, так как любой из этих автомобилей есть уникум. По большому счету, а как вообще, вот, может быть, историю чуть-чуть этой машины, как она все-таки сохранилась, как она попала к вам? Все очень просто. Она в гараже особого назначения простояла до последних лет. То есть тут можно... Истории все простые. То есть, я случайно ее просто... получилось? Ее не вернули? Нет, не случайно. То есть я ее купил у коллекционера, понимая о том, что это самый дорогой и самый редкий внедорожный автомобиль Советского Союза, его, конечно, это гордость любого коллекционера. Один этот джип может называться невероятно состоявшейся и большой коллекцией любого коллекционера. Ну, по большому счету, да, потому что автомобиль, ну, мало того, что он в одном экземпляре, еще, ну, возил такое тело, скажем. То есть многие коллекционеры, как подходят, коллекционируют, наберут там 50 автомобилей мусора и говорят, какое у нас вот, так скажем, счастье стоит. 50 там «Волк», там «Чаек», «Побед», ничего не деланное, все в мусоре. То есть и можно иметь один автомобиль, пусть он будет «Волгой» 21-й, один, но хорошо сделанный. Ну, это как вот коллеги ваши, кто занимается москвичами, они рассказывали, что некоторые машины, он говорит, даже иногда там стоял не оригинальный двигатель, но, говорит, когда мы увидели номер кузова, говорит, все стало ясно, говорит, мы поняли, что мы эту машину купим все-таки. Потому что это действительно, ну, это что-то. А про другие машинки что-нибудь? Но следующий на экспозиции стоит автомобиль ЗИС-110Э
В. Специальная модификация ЗИСА 110 кабриолет с гидравлическим подъемом тента. Выпущено всего 3 автомобиля. То есть, причем выпущены они специально для парадов на Красной площади. Ну, там ручки у вас, это же видно, да, чтобы да, держаться. То есть, автомобиль абсолютно уникальный тоже, абсолютно редкий. То есть, более того, мы его выкупили в Рижском музее, то есть, заплатив там, так скажем... Много. Много, да. Но автомобиль сегодня в России, там, где он был произведен, то есть, мне это приятно. То есть, более того, он сделан до какого-то состояния, то есть его, понятно, нужно доделывать еще, но при всем при этом он дома, и этот уникальный экспонат находится сегодня на этой выставке, мы можем его смотреть, и редкость его еще в том, что остальные два экземпляра порезаны. Тоже порезаны. Он существует в одном экземпляре в мире. Ну, то вот есть... это действительно... А третья машина? Третья машина, она, ну, тоже интересна, но, в принципе, это старые ЗИСы, ну, так скажем, на пограничном ресурсе, которые возвращались на завод в лизинг. На них установили двигателя для испытаний, чайковские. И вот эти чайковские двигателя, там, их говорят, немного было, штук 5, может быть, всего машин. С чайковскими моторами сегодня известно. Один кабриолет тоже в Москве есть с этим двигателем, тоже заводской. И вот этот автомобиль, он 48-го года, двигатель на него, видимо, ну, перед, скажем так, серийным производством двигателя «Чайка» ставился. Ну, фактически, на этой машине проводились, как сейчас скажут, испытания, ну, испытания, да. Отрабатывалась, ну, новая технология. Но при всем при этом, автомобиль с невероятной управляемостью, на ход очень хороший автомобиль, то есть, вот, ну, двигатель более мощный, автомат все-таки есть автомат. Ну, да. То есть, по... На ход он гораздо лучше, нежели обычный 110-й. Вообще, в принципе, вот у вас направление в увлечении вот, реставрацией, коллекционированием машин, оно в какую сторону больше направлено? Ну, есть же вот кто-то там очень любит Mercedes собирать, кто-то там любит BMW, кто-то, вот как Виктор Степанович Черномырдин, он... Я знаю, увлекается очень именно отечественной историей, и ему очень интересны именно отечественные автомобили. Ну, много иностранных автомобилей у него тоже. Но мне интересен любой автомобиль, который является уникальным. То есть не то, чем можно захламить гараж, то, что можно купить за 5 минут, там, 10 штук, что называется. То, чего ни у кого никогда не было и не будет. То есть вот это мне интересно. А вообще увлечение, вот с чего оно начиналось? Может, первая машина какая-то? Долгая история, но это... в 12 лет я работал в кооперативе Костоправом, то есть автомобильным мастером по жести. И пришел один пожилой человек, у него денег не было, заплатить за его москвич разбитый. Он говорит, я вам предложу, говорит, такой вариант. Я вам отдам машину, а в 84-м году это было, ну, машина, представляете, машину. А вы мне сделаете мой москвич. Ну, я, разумеется, сразу же согласился, но машина это была BMW 36-го года, убитая. Все равно. Не, ну это было первое мое такое, как сказать, приобретение в коллекцию. Ну, она давно сделана, этот автомобиль, но... Жив он Это еще? Было 25 лет назад. Он жив еще? Да. То есть, но он не у меня, я его отдал давно. Я не привязываюсь к автомобилю. Мне интересен автомобиль, пока он в моих руках. Пока я его реставрирую, когда он доделан, я его просто куда-нибудь в музей сдаю и уже забываю, что он вообще есть. То есть мне неинтересно. Это вот как в том анекдоте, вы определились, где вам больше нравится, здесь или там, в дороге. Да, вот да, вам, да. Видимо, больше нравится в дороге, делать. В дороге вот да, делать. Да, да. Кстати, по технологиям реставрации, я так понимаю, что школа у вас немецкая все-таки, да, по реставрации. Чем она отличается вообще от других школ? Ну, я скажу так, вот средняя, да, немецкая, так скажем, не школа, реставрация, она не отличается от российской, средняя. Но есть очень высокий уровень реставрации, которым обладают, так скажем, единицы людей в мире. Но вот те люди, у которых я учился, слава богу, они обладают этим уровнем, и я очень много чему у них научился. А вообще, вот...
сам процесс восстановления, он насколько может затянуться? Понятно, что все зависит от того, насколько редким был автомобиль, насколько возможно найти чертежи, чтобы восстановить и сделать все, насколько возможно найти оригинальные детали оборудования, производит ли их еще производитель. Ну, тавтология получилась, но тот, кто их выпустил, в конце концов, в свое время. Я понял вопрос. Длительность реставрации прежде всего зависит от возможности найти детали для реставрации этого автомобиля, комплектный ли он и так далее. То есть вот многие люди, например, любят автомобили Хорьх. И мне звонят, я вот купил автомобиль Хорьх. Я говорю, а что вы купили? Кузов и рама. Я говорю, вы сейчас его выкиньте и больше никогда не вспоминайте, что у вас был этот автомобиль. Они, как мы такое чудо купили, а? Дело в том, что кузов и раму, ну, умные люди там за 1500, там, может, за 10 тысяч долларов продадут, да? А вот чтобы вот этот мусор укомплектовать рамой там правильной, нерезанной, чтобы мосты правильные поставить, нужно будет еще штук 5 машин купить, примерно в таком состоянии, но на которой будет рама, нормальная, нерезанная, на котором будет мост передний, на котором будет задний мост, на котором будет двигатель и так далее. Человек в результате заплатит не в 2 раза больше, а в 20 раз больше. То есть там в десятки раз разница. То есть фактически эта овчинка выделки не стоит, и здесь необходимо будет помимо одного автомобиля покупать еще к нему таких же некомплектных, но имеющих что-то большее. Это о довоенных автомобилях. Вот послевоенных автомобилях тоже есть своя такая неприятная специфика. Вот у нас люди, многие уже отходят от этого. Вот поначалу, когда этот мусор повезли, особенно с Америки. В Америке хорошо красят автомобили, реставрировать просто никто там не хочет и могут, но не хотят, потому что это стоит огромных денег, то есть в Америке. И когда повезли мусор из Америки сюда, люди там, вот вы, мол, предлагаете там машину за такие деньги, а мы вот, мол, можем гораздо интереснее вам предложить автомобиль там вот за 3 копейки, типа того. И вот эти автомобили по 3 копейки в результате пригнали. И сейчас многие люди ходят ко мне и просят, чтобы их как-то реставрировать. Я не берусь, понятно, за это. Мне это неинтересно. Зачем я буду обычный серийный дешевый автомобиль, который у меня стоит 12 тысяч евро, да, в Германии я в своей мастерской продаю, до реставрации. С реставрацией он стоит 80, а его реставрация стоит 80. Реставрация стоит такие же деньги, сколько он стоит на результате. Но его покупают в России сначала за 60. А потом хотят, чтобы отреставрировали. Представляете себе экономику? Ну да, то есть это... То есть и люди очень многие на это, как бы, так скажем, к этому подходят. И многие берут мусор, не задумываясь, что им обойдется. Они думают, да, сейчас мы пойдем там... Сервис, да, за 30 копеек сделаем, только чудес в жизни не бывает. За 30 копеек она и будет 30 копеек стоить. Вячеслав, а такой вот вопрос. Есть сложность определенная? Вот вы не зря вот упомянули только что некую сложность автомобилей довоенных, послевоенных, может быть, начало прошлого века. Даже с кузовами довольно тяжело, как вот мы здесь видим, один Мерседес, предположим, он есть в Штутгарте, но он с другим кузовом немножко там. Да. И, модель другая. Вот, да, то есть, как бы, тогда же действительно кузова были очень родились. Расскажу. Значит, с чего начнем? Начнем с начала века тогда. Да. Значит, на автомобиле выпуска года до 1920-го невозможно найти фактически ничего. То есть, если вы берете автомобиль до 20-го, там, 17-го года, вы должны знать, что вы на него не купите ничего вообще. Но купите при всем при этом фары какие-то, отделку, это возможно. Но по двигателю можно купить лишь на редкие-редкие французские автомобили, которых было выпущено, ну, более-менее приличное количество. На другие вы ничего не найдете. Это раз. По 20-м годам уже встречаются автомобили, но так как их кузова были на деревянном каркасе и обшиты жестью, они все в очень плохом состоянии. Вот тоже, прежде чем купить такой автомобиль, нужно понимать, комплектный ли кузов и сам автомобиль. То есть, но 20-е годы, они не ценятся в мире. То есть, ценятся 30-е годы. Вот как вы совершенно хорошо заметили, у Володи Кваши на стенде стоит автобан «Курьер». Таких автомобилей было выпущено, там не больше десятка всего. Это такой некий
Бэтмобиль был того времени, понимаете? То есть по-другому его не назвать. Это автобан, курьер, это пропаганда Гитлера была автобанов, что вот мы будем так жить, быстро ездить там. Но все после войны по-другому пошло. То есть не после войны, была война, и все по-другому развилось. Хотя в результате они быстро ездят и имеют шикарные автомобили. Но неважно. И дороги еще хорошие. Да. До войны была такая тенденция. То есть были серийные автомобили, ну, как и сегодня, окружающий нас мусор на дороге. То есть были редкие автомобили. Я к ним не отношу ни Мазерати, ни Феррари сегодняшний, ничего из этого. Были действительно редкие автомобили с заказными кузовами, которые были, так скажем, исполнены действительно в единичных экземплярах. Вот сегодня там Бентли все вот такие вот ходят там. А что такое Бентли? У нас в 2005 году машина продавалась 20 тысяч какая-то. Вот Bentley GT. Сегодня их там 70 тысяч какая-то, допустим. Это, к слову, о редкости. То есть редкий, дорогой автомобиль и редкий – это большая разница. То есть вот чем интересен, например, Володе автомобиль? Тем, что он сверхредкий. Один в Штутгарте, один у него. Допустим, вот вы застали, на одной из выставок у нас стоял Родстер 500-й Mercedes. Да. Сверхредкий автомобиль. Мы там в Алмате нашли остатки в свое время. Безумно интересная была история по его нахождению, по реставрации. Но сам факт, его можно было взять даже в тех остатках, в которых я его забирал. То есть почему? Потому что это прежде всего редкие автомобили. Было всего 32 автомобиля выпущено. Поэтому он и сегодня, так скажем, недоступен так же, как и был в те времена недоступен. Да, это звезда. Конечно. По автомобилям 50-х годов, с ними гораздо лучше ситуация. На 30-е годы ищутся очень тяжело запчасти, можно найти. То есть на тот же Володин автомобиль ходовая – это стандартная, кузов необычный. Вот если есть кузов, ходовую за очень дорого, но вы купите. Если есть кузов. Главное в его автомобиле – это кузов, разумеется. В общем-то, то есть все остальное – это дорого, но покупается. По автомобилям 50-х годов гораздо вообще другая ситуация. То есть на них есть вообще все. То есть вы покупаете автомобиль, который вы понимаете, что и крылья купите, и двигатель, и все что угодно. Почему? Потому что это многими фирмами, допустим, для Мерседеса, все, что выпущено с 48-го года, вы просто можете на Mercedes-Benz Classic купить. Все, вообще, любую деталь. Я знаю, я вот как раз, когда был Алексей Николаевич Захаров у нас в гостях здесь, мы говорили о том, что у них даже лекала сохранены, да, штамповочное, да, оборудование, все это продается. Ну, пожалуйста, не совсем так. Штампуют у моих же друзей, в других. Просто Mercedes Classic покупает это все и перепродает. Но это не важно. Важно то, что человек может все это купить. Юнгтаймеры, так называемые, автомобили, которым 30 лет, с ними еще проще. Это да. Просто со складов все покупается и едет. Единственное, что люди, которые покупают со складов запчасти, должны понимать, что такие вещи, как электропроводка, как резиновые какие-то изделия, они имеют срок годности, то есть срок хранения. То есть покрышки, например, мне часто там друзья: «О, я на свой москвич там купил новые покрышки». Я говорю: «Какие покрышки?» «Вот новые, в 70-м году выпущенные». Разумеется, что корд в этих покрышках выгнивает, и они взрываются. Но вот так, то есть нужно понимать, насколько они, так скажем, пригодны к эксплуатации сегодня, эти детали. То есть, а вообще, вот вы так часто про Мерседес говорите, это ведь увлечение все-таки больше? Не, Мерседес я, конечно, люблю. То есть через мои руки прошло много сверхинтересных Мерседесов. Один из них я покупал в Афганистане у Ахмадшах Масуда. То есть много интересных дел было в этой жизни. У Пинджаба, как он у нас был, Пинджабский лист, да? Да. Интересный был человек. То есть, кстати, ну, не у него, конечно, а я покупал в его окружении. То есть, ну, тем не менее, целое приключение было. А когда? Может быть, вот о каких-то вот интересных моделях, которые, к сожалению, вот сейчас мы не видим. Ведь у вас постоянно обновляется экспозиция. Вот это здорово, действительно, что люди могут видеть результат вашего труда и знакомиться с чем-то. Но где еще увидишь, собственно говоря, ту машину, на которой Никита Сергеевич ездил? Ну да, это правда. Значит, по Мерседесу, чем интересен Мерседес? Прежде всего, как говорят немцы, есть Мерседес и не Мерседес, да, для Германии. Для нас есть ЗИС и не ЗИС.
для коллекционеров. То есть Mercedes, конечно, интересен тем, что помимо серийных автомобилей, он выпускал также редкие автомобили, которые сегодня являются коллекционными и наиболее тяжело ищутся. То есть, вот, например, в нашей коллекции, так скажем, есть Mercedes короля Бориса. Царя Бориса. Царя. Да, Гитлер ему дарил. Есть Mercedes, это 770-й кабриолет. То есть, ну как, коллекция моих друзей. У меня есть Mercedes, допустим, который Вальтеру Функу принадлежал, министр финансов Германии. То есть фашистской Германии, 770-й Mercedes. То есть, ну, в остатках, металлолом. Это такой же проект, как и когда-то вы видели 500-й у нас на стенде, но уже отреставрированный. Да. Это... Ну, кстати, тогда вы тоже показывали поэтапно, потому что тоже был в начале остов только, как бы, конечно, собственно говоря. А, ну, это вообще интересная ситуация. Дело в том, что ну, любая подобная машина, она, наверное, вернее, сохранение ее, это прежде всего сохранение не только себя потешит, но еще, может быть, что-то сохранить для истории, для потомков своих. Ну, прежде всего, конечно, для потомков. Но Мерседесы, вот интересные, да, и Хорхи туда же можно отнести. Интересно, они благодарные машины. То есть сколько бы вы в них не вложили, как бы дорого не реставрировали, вы всегда должны знать, что все это окупится. То есть потому, как автомобили являются сверхредкими и сверхинтересными в коллекционном плане. То есть все-таки есть определенная, ну даже не зависимость, а направленность коллекционирования в... Ну, в область дорогих машин, я бы так сказал. То есть есть автомобили, да, коллекционные. Вот я, например, покупал Wanderer в 2002 году или в 2001 в Германии. Человек в него вложил 90 тысяч евро в реставрацию. Еле как он его год продавал в Европе, и потом вот нашелся я, кто за него заплатил. Уже человек за любые деньги был готов отдать, и ценник стоял на нем 23 тысячи евро. Вот так. Машина с иголочки, только что отреставрированная. А, кстати, очень интересный вопрос по поводу кожи и вот ее оригинальности. Каким образом вообще вот это делается? Кожа, старинная кожа для автомобилей, она, дело в том, что вся не прокрашивалась, как сегодня диванная кожа. Она тянется во все стороны. Старинная кожа для автомобилей прокрашен только верхний слой. Только верхний слой. Нижний слой у нее такой же коричневый, как, ну, естественный, да, обычная кожа. То есть только в этом разница и все? В этом, но кожа 30-х годов, допустим, она такая яловая, она не имеет текстуру до современного дивана. То есть она такая, как блестит, и такая прожилка у нее продольная идет, как бы продольная. Ну, естественная кожа, одним словом. То есть это вот особые нюансы, которые необходимо вообще учитывать при восстановлении любой машины, да? Не только годы. Это же все как-то собирается, есть же техническая информация, скорее всего, да, по использованию или нет? Ничего, ну это из опыта. Это покупаются масса каких-то деталей, остатков машин, самих машин. Все это реставрируется. Человек потихоньку все это изучает и понимает, как и в какой момент можно реставрировать, и как сделать это очень хорошо. И потом многие люди, да, называют эту реставрацию хорошей реставрацией или плохой реставрацией. От того, что это действительно просто человек имеет опыт, и он знает, как и что в какой момент сделать. Вячеслав, вот такой вот вопрос. Сейчас в России довольно много энтузиастов, кто этим занимается и восстановлением, притаскивает также машины или восстанавливает. Здесь следит, хранит автомобили для кого-то. Это ведь нормальная ситуация. Тем не менее, вы можете сказать, что на сегодняшний момент мы хотя бы приблизились вот по уровню к европейцам? Понятно, что немцев лучше не трогать, поскольку, ну, автомобильная культура в Германии, она... Ну, наверное, как имеет... правило, у нас, я понял вопрос, извиняюсь. Как правило, люди у нас, которые занимаются собирательством, а не коллекционированием, собирают всякие откровенные, но я назвал бы, не буду называть своими именами, что собирают, складируют в своих гаражах всякие массовые американские машины, которые не нужны никому ни в Америке, ни здесь, там и так далее. То есть и это, люди находятся, так скажем, в начальной стадии собирательства. То есть дело в том, что
как и в любом деле, человек, чтобы занимался, так скажем, на высоком уровне, то есть ему сначала нужно в детский сад сходить, в школу потом, в начальные классы, потом в старшие, потом в академию. И вот у нас большинство собирателей еще ходят в детский сад. Как правило, люди отличаются тем, что состоятельные люди не собирают детских автомобилей, потешных и смешных. Они знают, что есть несколько в мире крутых автомобилей. Они их и выжидают. То есть, как правило, покупается 2-3 автомобиля супер, и о них, о Европе, об этих людях и о их коллекции из 2 автомобилей говорят просто шепотом. Потому что это абсолютно состоявшиеся коллекционеры. Ну, как в свое время, ведь Bugatti Royale, он же был в свое время 41-й тип, их вот сколько там, он собирался-то выпустить их много, а в результате там владели его племянницы, да. Каким-то, который стоял в Германии в одном из музеев, какое-то время они отдавали. Но так машины разошлись, и где они находятся, там большая часть просто неизвестна же. Не, известны почти все, что сохранились, то есть все, которые сохранились, известны. У братьев Шлюм находятся 3 автомобиля в музее. Кстати, рекомендую любому вот из ваших зрителей посетить этот музей. Он находится в Мелузе, во Франции. Это рядом с Базелем и рядом со Швейцарией. И на пересечении Швейцарии, Германии и Франции. Обязательно рекомендую. Музей братьев Шлюм. Ну, там 250 Bugatti в одном месте. Это коллекция. Шикарный это музей. Вот этим и отличаются западные коллекционеры. Они знают, что есть дорогое Bugatti, он купит одно Bugatti, чем приводят меня некоторые мои друзья к себе в гаражи и показывают, вот смотри у нас сколько коллекционных автомобилей. Там один мой друг говорил, у него 200 автомобилей. А я ему говорю, ты знаешь, у меня там один стоит Сталина автомобиль, он стоит дороже, чем все твои 200. И гораздо интереснее. То есть у моих друзей, я имею в виду, сталинский автомобиль стоит. То есть, Вячеслав, вы все-таки считаете, что мы пока не вышли на вот тот, не стали до конца цивилизованными? И вот эти вот выставки, они, кстати, вот очень, как мы, я уже повторюсь, наверное, не один раз, что видно, что уровень не только посетителей, но и самих экспонатов, он растет из года в год. Растет, люди учатся, и вкус буквально формируется. То есть меня что радует, то есть год от года действительно появляется что-то интересное. Вот, например, в этом году военных несколько стендов. Вспомните, я когда это начинал все несколько лет назад, один был. То есть все смотрели как-то диковато. А сегодня несколько стендов уже, люди занимаются. Более того, в России есть лучшая коллекция внедорожных автомобилей в мире. Времен войны внедорожников. Так что вот так. То есть люди с головой здесь есть, то есть которые знают, чего хотят, и которые не размениваются на всякий второстепенный, так скажем, мусор. Ну, вообще нужно себе четко представлять и то, что, во-первых, это не только дорогое удовольствие, не каждый может себе это позволить. Гораздо проще просто прийти на ралли классический автомобиль, либо прийти вот на галерею и посмотреть, чем иногда вкладывать деньги в то, чего ты не знаешь. Поскольку, как вы правильно сказали, можно вложить в то, что неизвестно. И, соответственно, как бы это будет, от этого будет только плохо. Все правильно. Нет, можно вкладывать в автомобили, да, деньги, но нужно понимать. Допустим, я отдаю вот своим людям каким-то автомобили там, в Германии или здесь. И говорю, этот автомобиль растет там, на 10% в год. И им, конечно, приятно, когда они смотрят котировки таких автомобилей. Говорят, надо же. Как хорошо. То есть мне тоже приятно, потому что это не просто покупка игрушки, это еще и вложение денег. Ну, это естественно, потому что это тоже бизнес своего рода. Конечно. Вячеслав, огромное спасибо, что нашли время, оторвались от своих любимцев. Я думаю, что к весенней выставке вы что-то покажете или это секрет пока? Будем стараться. Ясно. Огромное спасибо. Спасибо вам, и вам, наши уважаемые телезрители. Итак, мы продолжаем серию выездных студий программы «Попутчик» на 14-й галерее Ильи Сорокина. И сейчас к нам в студию заглянул, можно сказать, на огонек Владимир Кваша. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. Владимир, у вас машина в металле.
автомобиль действительно уникален. Не только тем, что вы показываете, как вы его восстанавливаете, но еще и тем, что это автомобиль, который, собственно говоря, наверное, существует в мире в одном экземпляре. Потому что я знаю, в Штутгарте в музее стоит подобная машина, но она другая. Да, там другой автомобиль, там стоит 320-й Mercedes. В принципе, кузов очень похожий, но вот сначала был сделан 290-й Штромлинен лимузин, а потом, когда они закончили выпуск 290-го Мерседеса, как раз начали выпускать следующую уже, перешли на следующую модель 320-го после 37-го года, и как бы вот этот аэродинамический кузов тоже воспроизвели, но, конечно, он другой, другое шасси, там двигатель и все остальное. А в чем вообще уникальность этой машины? Дело в том, что, ну, в названии понятно, что это, ну, не просто, ведь с 33-го года подобные автомобили выпускались с этим индексом W118. Да, ну, вообще, раньше Mercedes выпускал машины следующим образом. Выпускалось шасси, которое имело вот индекс, в данном случае W18. И эта машина, все машины этой марки имели индекс 290. Но на этом шасси 290 выпускались разные варианты кузова. Были кузова, которых было выпущено довольно много. Скажем, обычный закрытый лимузин, то, что мы сейчас седаном называем, скажем. Выпускались разные варианты кабриолетов. Некоторые в большем количестве, некоторые, как двухместный кабриолет, были достаточно редкими. А были какие-то вот эксклюзивные автомобили, которые, судя по всему, выпускались таким больше экспериментальным образом. Вот по тем фотографиям, которые удалось обнаружить, и, ну, в общем, пришлось какую-то научно-исследовательскую работу по поводу этого автомобиля производить, видно, что два автомобиля точно было произведено, потому что просто те фотографии довоенные, которые сохранились, есть автомобили, которые чуть-чуть отличаются друг от друга. А по традиции мерседесовской, я так понимаю, индекс 290 – это объем двигателя? Да, это 2,9 объем двигателя. То есть 320-й, да, – это уже машина с большим объемом? 320-й – это машина с большим объемом двигателя, но это как бы просто другая модель. Просто если сейчас мы имеем какую-то там Mercedes C и много разных вариантов двигателя, то раньше такого не было. Было шасси, один двигатель, но много разных вариантов кузова. Ну, гораздо больше, чем сейчас. Да, в общем, да, да, да. А вообще, что это за машина? Вот, ну, как бы... Насколько я понимаю, вот когда построили все эти многочисленные автобаны немецкие, которые, по которым можно было быстро ездить, стали уже производить какие-то экспериментальные кузова на разных вариантах шасси, которые, как вот представлялось в то время, могли благодаря своей аэродинамической форме, наверное, немножко быстрее ездить. Были вот и 290, и 320 позже начали выпускать, и 540 имел аэродинамический кузов. Его немножко иначе называли автобан-курьер, почему-то, да, его это... назвали. Ну, в принципе, суть та же. Это был аэродинамический кузов на шасси 540 в том случае. И вот в данном автомобиле единственное, что по шасси его отличает от обычного 290-го, у него другой задний мост, другое передаточное число. Несмотря на то, что на нем стоит тот же индекс 18, больше ни одного автомобиля с таким передаточным числом 290-го не было выпущено. А вот, кстати, как вообще, может быть, о судьбе этой машины? Илья, вот когда он был недавно у нас в студии, он говорил, что приезжали даже немцы и говорили, что из Германии, что, ну, мало того, что это уникальная машина, так еще и что вы слишком тщательно ее восстанавливаете, по их мнению. Ну, слишком тщательно, наверное, не может быть, да. Вот, но судьба достаточно банальная. Я уверен, что эту машину привезли в Советский Союз после войны как трофей, так же, как огромное количество других автомобилей, и Мерседесов масса редчайших привезли, и других Хорхи, Майбахи. После войны здесь было изобилие трофей хороших автомобилей, да. Ну и какая-то судьба, я, к сожалению, не знаю всех владельцев, знаю, что в какой-то момент эта машина была практически брошена, администрация там стоянки, где она находилась, ее конфисковала, потом какой-то человек ее у этой администрации купил, потом она была у него, ну а я уже у каких-то его родственников
где-то лет 12, наверное, примерно назад купил. Причем его, к сожалению, уже попытались начать реставрировать. И по сравнению с теми фотографиями, которые мне потом подарили уже там 70-х годов, его успели разобрать. У нас многие реставраторы любят начать реставрацию с разбора автомобиля до мельчайших деталей, не представляя, что делать с этим дальше абсолютно. Это есть такое, да, когда ты разбираешь, и у тебя вдруг запчасти лишние остаются. Ну да, да, как бы надо ввязаться в драку, а там дальше может что-нибудь будем получится. Посмотреть то, что... Но в случае с автомобилями, как правило, ничего не получается. Да. Ну, в общем-то, автомобиль этот сложен по... вообще, как-то вот... Тот же Mercedes оказывает какую-то поддержку, ведь, ну, скорее всего, сохранились, может быть, чертежи? Чертежей никаких не сохранилось, но, в общем, автомобиль был, поэтому, собственно, мне не нужны были чертежи. Меня интересовали некоторые мелкие детали, которые были утрачены. Там кое-какие проблемы были, скажем, с крышкой так называемого багажника, там такая сложная... круглая крышка для запасных колес, там задние крылья, какие-то мелочи меня интересовали. Ну, московское представительство вот связалось с музеем Mercedes-Benz, и кроме того, я на одной из выставок подошел к представителям компании, тоже показал фотографии, поговорил. Я несколько раз был в Штутгарте, в музее был, и меня там пригласили, показали вот этот 320-й, который у них есть. У них кабриолет, кажется, там стоит. Нет, у них есть точно такой же 320-й Штром Линен Лимузин. Он стоит в музее. Но он как бы называется тоже Штром Линен Лимузин, но другое шасси и кузов другой. Ну, он похож, но все-таки он другой. И, как мне сказал вот главный историк, такой доктор Ниман у них есть, он сказал, что вот известно существование трех 320-х Мерседесов. Два из них они купили, один стоит у них в музее, другой в каких-то там запасниках мне показывали. И третий в каком-то разрушенном состоянии, где-то сейчас, по-моему, в Швейцарии, если я не ошибаюсь, мне присылали фотографии. То есть, фактически, это уникальный автомобиль, который... Ну, это три 320-х, а 290-е, они говорят, что они видели вообще только довоенные фотографии. Они даже не знали о том, что такая машина после войны сохранилась. Да. Так что, видимо, он остался России... один, судя по всему. То есть в России, получается, есть уникальный немецкий автомобиль. Да, 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 получается, что так, да. Вы сказали, вот он практически был целым. То есть, ну, ржа, естественно, его поела где-то, потому что иногда же бывают в жутком состоянии машины, где проедено ржой все. Ну, дерево гнилое. Ну, это понятно. Ржавый, разобранный на куски, двери в одном углу, кузов в другом углу. Там, кстати, технология постройки этой машины, ведь большая часть автомобилей того времени строилась каким образом? Был деревянный каркас, на который Сначала строили шасси, а потом строили на этом шасси уже кузов, имеющий как силовой элемент кузова, это деревянный каркас. То, что вот сейчас там лонжероны всякие и так далее, вот... Фактически этот кузов должен сам иметь определенную жесткость и просто устанавливался сверху на раму. Вот так же точно, как он строился, так же он и реставрировался. То есть фактически салон, то, ну вот сейчас машина стоит в металле. Да, ну мы восстановили шасси, то есть раму, мосты, и потом начали восстанавливать уже деревянный каркас кузова. И когда деревянный каркас был восстановлен, его уже можно было сверху вот этот вот металл, который был сначала снят с него частично, конечно, обратно на этот деревянный каркас там натягивать там, где его удалось снять. Вот так вот. А сама вот, если говорить о технологии восстановления вот этого автомобиля, то есть его лудят потом, потому что мы вот сейчас говорили по поводу... Да, но это не только... Сейчас мы так делаем. Это технология, которая была и при производстве этого автомобиля. То есть, если вы любой, даже нетронутый довоенный Mercedes от песка строите, очистите его от краски, вы увидите, что после того, как его сделали из дерева, обтянули потом сверху металлом, его точно так же лудили, как лудим сейчас мы. Ну, тогда кузовы... То есть, все вот, например, сопряжения, дверь с кузовом, проем, чтобы ровный был, там, багажник, еще что-то такое. Все вот эти вот места обязательно должны облуживаться.
там швы какие-то, если где-то есть, они сверху тоже облуживаются. И до войны это было так, и сейчас мы так же делаем. Ну, шпаклевать, по-моему, вообще бессмысленно из-за того, что жесткость кузова не та. Ведь жесткость рамы ценилась прежде всего. Нет, ну чуть-чуть шпаклевки будет на любом автомобиле, но это какие-то там микроны, там совсем тоненькие, они всегда будут. То есть... мало того, что автомобили другие по технологии создания, по технологии покраски совершенно другие. Да, естественно. Вот сейчас мы с Левом говорили, он рассказывал про то, что даже кожи в разные года использовались разные. Ну, там ее по-разному красили. Например, довоенная кожа очень часто, если ее посмотреть, не прокрашена насквозь, да. Поэтому она протирается немножко быстрее, скажем. Можно купить сейчас кожу, покрашенную по старой технологии, она через там пару лет складочки начнут немножко протираться. Это в какой-то степени придаст такой вид. Ну, кому это нравится. А вообще, вот сколько лет у вас получается идет восстановление вот этого автомобиля? И сколько еще планируется? Понятно, что процесс, это как стройку, да. Ее невозможно закончить. Ну, процесс начался, наверное, там лет 8-10 назад, но это не то, чтобы я его вот все эти 10 лет безостановочно реставрирую. Я там начал, что-то сделал, потом отложил, потом что-то выяснил по поводу него, какие-то нюансы уточнил, потом вернулся, поэтому это такой... Процесс несколько раз останавливался и возобновлялся вновь, но, в принципе, сейчас уже осталось совсем немного. Если так очень захотеть его быстро доделать, то к лету можно на нем уже кататься. Собственно, сейчас уже осталось покрасить и сшить салон. И все. Это... То есть салон является наименее трудоемким, что ли? Или ну, это... сиденья все уже приготовлены. Собственно, все пружины, там все это. Просто его надо сшить, там какие-то обтянуть. Обтянуть. Вот есть у вас какое-то определенное увлечение какими-то марками автомобилей? Или так вышло, что вот какой-то больше тяготеет? Ну, в первую очередь, это Mercedes, конечно. Тем более, я директор московского Mercedes-Benz Classic клуба. Поэтому, конечно, Mercedes – это номер один. Ну, вообще, на мой взгляд, Mercedes – это такая для классики марка номер один в мире. Это совершенно объективно, не только мое мнение. Наибольшее количество продаваемых классических автомобилей в мире – это Mercedes. Ну, тут много факторов. Кроме легендарности марки, это разнообразие моделей. Есть и дешевые машины, и средние, и очень дорогие, и всевозможные. Быстрые, медленные, спортивные, там, лимузины, все что угодно. Поэтому Mercedes, конечно, на мой взгляд, это вот так вот. Номер один всегда будет. Ну и еще мне, честно говоря, очень нравится Jaguar. Я себе купил Jaguar E-Type, на котором просто вот катаюсь. Ну, это просто, на мой взгляд, самый красивый послевоенный автомобиль. Уникальная машина, существовавшая во множестве также вариантов. Да. Как бы вплоть до того, там на некоторых особо быстрых моделях, там с несколькими выборами, я знаю, там самоблок сзади, то есть как бы. Ну, до сих пор это можно купить на Jaguar. Вот что любопытно, производятся детали, которые производились для гонок. То есть, например, вот я когда купил свой E-Type, там он 12 цилиндров и так далее, и я, например, купил на него спортивные амортизаторы, которые тогда, когда машина участвовала в гонках, можно было купить. Они там регулируются, какие-то элементы спортивной подвески. Ну, веберы я не стал ставить, хотя можно поставить 6 сдвоенных веберов. Веберов, да. Да, но на них можно ездить только очень быстро. Стоять в пробке на них нельзя. Они чисты для гонок. Мы одному нашему клиенту поставили на X6 три Вебера, там шестицилиндровый двигатель. Но когда полный газ даешь, он, конечно, едет очень хорошо. Но в пробках он немножко коптит свечи. Если, кстати, говорить о школах, ведь даже школа создания автомобиля, если брать в Европе ее, она ведь разная. У англичан, особенно если касается вот таких марок, как Jaguar, это минимум удобств. Ну, на мой взгляд, это супер дизайн и спорт. Вот две основных таких тенденции для Jaguar. На самом деле очень красивые, ну, практически все автомобили, которые они делали. Трудно с чем-то их сравнить. В любые годы
50-е годы, 60-е. Ну вот, как я уже говорил, по-моему, Итай просто самый красивый. Ну, одна из самых, ведь да, он да. много раз становился вот на да, Вилла Десте. Да, и призы какие-то на конкурсе красоту, элегантности. Да, да. Как... Ну и, конечно, какая-то спортивность в нем присутствует, которой в других марках трудно добиться. И там в том же Мерседесе, наверное, ее все-таки поменьше. Ну, изначально но, как да, бы строился не под да, то. Да, но качество вот отличается. Это другой вопрос. Да, Мерседес — это вот такая вещь, которую один раз, если качественно отреставрировать, сносу нет, можно сказать так. Главное сделать все качественно и до конца. И вопросов с Мерседесом не будет. С Ягуаром какие-то мелочи могут возникать. Ну, а вообще, вот помимо этого, вы вот сказали, что президент московского классик Мерседес-клуба. Нет, я не президент, я директор. Директор. У нас есть президент, равно. Я такой более понятно. Исполнительная часть. Понятно, но тем не менее, соответственно, значит, да. у вас еще должна быть какая-то машина, на которой вы должны ездить. Нет, но у меня есть Мерседес Пагода 280 SL, да, 60-х годов модель. Я там летом иногда на нем езжу, там на ралли бывает куда-то. Вообще вот это вот участие в ралли, что оно дает владельцам автомобилей? Потому что, ну вот, взять прошедшее «Золотое кольцо», «Шапард», которые вот были, ну, вот да, крупные да. такие. «Шапард» вообще в этом году, как и «Золотое кольцо», были уникальные по количеству участников. Да, вот мы приехали, я не помню, какой у нас номер был, но какой-то довольно большой. Но, насколько я понял, там даже кому-то номеров не хватило. Просто вот около 100 машин собралось, и дальше уже приезжали люди, которые не могли принять участие, потому что слишком поздно приехали. Вы знаете, ну, как любой антиквариат, машины собирают, да. Но вот, скажем, картины, там, антикварную мебель, еще что-то, люди собирают, они у них стоят дома. Значит, вы можете к ним прийти в гости, посмотреть, если поговорить пригласят. Об этом, если пригласят, да. А машина, вы на ней можете покататься, ну, такая мечта детства, наверное, не знаю. Все-таки, когда машина стоит просто в гараже, на нее смотреть, мне кажется, это неправильно. Ну, автомобиль вообще, как я разговаривал с теми же коллекционерами, они говорили, что автомобиль, когда он стоит в гараже, он ломается, он, да. Он умирает. Да, его надо заводить, выгуливать иногда. Ну, это как, вот да. говорят же, что жемчуг и бриллианты, которые не носятся, они просто тускнеют. Ну, я абсолютно убежден, что машину нужно заводить. И вот, в частности, как-то, когда я был в классик-центре Мерседеса и разговаривал с хранителем коллекции когда-то, там, он мне показывал их там запасники, он сказал, что вот у них одна из самых больших проблем – это поддержание этих машин, потому что вот эти все тысячи машин, которые просто хранятся, не то, что стоит в музее, а то, что просто хранится в запасниках, как вот такой фонд, их надо все иногда прийти, завести, желательно выехать, поменять что-то в нем, там, масло хоть иногда как-то. Вот какую-то жизнь в него вдохнуть, иначе это все начинает разрушаться. И когда их такое количество, это становится проблемой. Так что машина обязательно должна ездить. И мне кажется, она ради этого все-таки покупается. Ну, автомобиль вообще, по идее, он же ездит, и движимое да, имущество, да, которое должно да. перемещаться. Там, не важно. Да, хотя, вы знаете, вот в Европе достаточно распространенный такой вид спорта, что ли, когда люди покупают машины просто как вложение денег. И неоднократно я с этим сталкивался. Скажем, мой партнер, мы ему искали машину, довольно редкую, интересную машину, и автомобиль, который мы нашли в Германии, там 5 или 6 лет назад, был куплен в Венесуэле, привезен в Германию. На нем даже не поменяли номера. То есть вот стояли вот эти старые венесуэльские номера, венесуэльский техпаспорт еще с самого первого владельца 1953 года. И, соответственно, хозяин этой машины никогда на нем не выезжал. Вот он 5 или 6 лет ее продержал в гараже, она там в два раза за это время подорожала, и он ее продал. Но, тем не менее, по количеству, если взять вот этих вот заездов... Ну, конечно, большинство людей ездят, да. Они же действительно собирают огромное число людей, участников, конечно, и это люди, понятно, что они владельцы. Как в Швейцарии же есть ралли, по-моему, в начале весны оно проводится, где там могут кататься автомобили, не
позже 10-го, что ли, года выпущено. А, да, какие-то вот есть. Там, да, вот, да, ну, да, это, да, вообще, да, уникальное, да, состязание. Да, то есть, да, понятно, что там будет такое. Свиные машинки. Свинки какие-то, да, кататься. То есть, да, там я как-то видел по телевизору репортаж о таком ралли, да. Вот. Но это целая история, его завести, этот автомобиль. Что-то дело еще. Там, они ездят, да, они практически целый день должны, да, расстояние-то небольшое, но даже 100 километров преодолеть на подобной, ну, да, машине. Да. А одно дело, можно говорить про тот же E-Type, какой бы он ни был, но для него 100 километров. Ну да, завел. Ну вот я, хорошая погода, я еду на работу на нем иногда. Так что вполне в пробке там автомат, коробка и все остальное. То есть это все-таки больше состояние души? Конечно, обязательно. А вообще, вот желание когда-нибудь есть вообще желание увеличивать коллекцию, уменьшать? Это ведь тут тоже, вот сколько людей, столько мнений. Потому что кто-то говорит, что много машин надо иметь, кто-то говорит, что надо иметь, ну, несколько, но очень дорогих и редких, и это самое главное. Вы знаете, конечно, там нет предела совершенству, и больше машин лучше, чем меньше. Но проблема в том, что кроме того, что их купить, их нужно потом отреставрировать, и потом их нужно где-то держать. Они не могут стоять жизнь на улице, не могут стоять там в каком-то холодном гараже, они должны стоять в нормальном каком-то помещении, если вы цените эту машину. Поэтому много машин, ну, конечно, сложно довольно держать. К этому надо стремиться, у всех разные возможности. Но, в принципе, мне кажется, что, ну, как люди, которые собирают там те же марки или картины, наверняка вот купили какую-то картину, она какое-то время повисела, владелец иногда ее продает, покупает что-то другое. Мне кажется, в принципе, с машинами, ну, маловероятно, что вот я скажу, что ни одну свою машину я никогда не продам и не поменяю ее. Может быть, я когда-нибудь какую-то продам и вместо нее куплю что-то другое. У меня какие-то были машины, которые раньше у меня были. Я на них поездил, потом они были проданы, и появились другие вместо них. И какая-то жизнь продолжается. Ну, вообще, ведь я слышал, что существует еще и некий обмен между коллекционерами, когда меняются на аналогичные. С обменом я не сталкивался никогда. Просто вот лично я с этим не сталкивался. Но я думаю, продать и купить что-то новое. Ну, просто, знаете, иногда бывает, что-то хочется поменять. А вообще, это идет из-за того, что, ну, что-то тебя заинтересовало в данный момент, и ты меняешь автомобиль на новый? Ну, во-первых, что-то заинтересовало. Во-вторых, бывает иногда, вот подвернулась какая-то машина, мимо которой там невозможно пройти. Ну, вот случайно бывает, что-то продается дешево. Такие оказии периодически встречаются, когда как-то вдруг кто-то срочно продает что-то намного дешевле реальной цены, и бывает иногда вот из-за этого покупаешь машину. Ну, например, вот мне жена говорит, вот у наших друзей там у некоторых машина, можно поехать всей семьей, там пятиместная большая машина. У меня из послевоенных машин вот Пагода и E-Type, они обе двухместные. Мы с женой поехать можем, двух детей посадить уже некуда. Может быть, какую-то из них я продам, куплю какую-нибудь машину, чтобы можно было ездить. Обычные современные автомобили совсем, ну, не интересуют? Нет, ну вот на ралли поехать иногда хочется. У меня приятель, вот мой близкий, ездит со своим сыном. Они едут со штурманом, а их дети сидят сзади на заднем сиденье. Вот сейчас недавно ездили на последнее ралли. На Золотое кольцо? Нет, ну не на Золотое кольцо, а вот еще ралли на музей задорожного проводил. Да, да, вот они. Ну и вообще они иногда берут детей на заднее сиденье, большая машина, много места, и поехали всей семьей. Не, ну это интересно, и, наверное, при общении, что там папа балуется, с одной стороны, да, ну, для, да, детей он и для тоже жены, привлекает, а с другой стороны... Ему уже это интересно, его сыну. Потому что я помню, как-то своего сына, собственно, отводил в музей, где он мог посидеть, где ему было разрешено сидеть и, ну, все, конечно, трогать. Это, да, вообще одно дело, да, прийти и просто смотреть, а для ребенка... Ну, просто вы куда-то вечером едете в гости даже с детьми, и почему не поехать на этом Мерседесе там 60-х годов? Он вполне нормально ездит и ничуть не хуже современного автомобиля. Ну, в общем-то, да, там говорить, там, может быть, конечно, они не отвечают нормам по безопасности современным, ну, но здесь поаккуратнее надо, надо ездить, быть все-таки, аккуратным. Да, люди к этому немножко вокруг относятся, все-таки на машину обращают внимание, и, наверное, немножко окружающие относятся поаккуратнее к такой машине. Так что... Вот. А все-таки, возвращаясь к вашим
можно сказать, экспонаты на стенде. Вот выставили вы его сейчас, это намеренно, как я понимаю, очень многие вот на этой выставке показывают машины, которые они будут в дальнейшем делать. Как бы вы видите в том, что вы выставляете эту машину вот в таком виде, чтобы посетители выставки там завтра, послезавтра, они, ну, на следующую выставку еще, они видели в динамике, да, развитие. Ну, то, во-первых, развитие, во-вторых, я могу вам совершенно вот гарантированно сказать, что качество реставрации можно обнаружить вот только на этом этапе. Потом, когда машина будет покрашена, вы не сможете определить, насколько она качественно сделана. Я много раз сталкивался с машинами, которые, скажем, люди, которые к нам приезжали там на обслуживание и на ремонт, покупали, скажем, ну, особенно в Соединенных Штатах Америки это очень часто бывает. Не первый, кто уже сегодня. Да, причем покупали за очень большие деньги. И когда эту машину приводили к нам, ну, человек не понимает, что он покупает, он не разбирается. Ему понравилось, он купил. И оказывается, что автомобиль сделан на плавленые шпаклевки, подвеска вся разваливается, все там течет, все болтается и так далее. И фактически этот автомобиль нужно или заново полностью реставрировать, или хотя бы частично, потому что многие из этих машин находятся в таком состоянии, что на них просто опасно ездить. Вот реально опасно. Бывает иногда вот подвеска в таком состоянии, что у нее что-то может просто по дороге отвалиться. И это совершенно обычное дело для машин, купленных за серьезные деньги в Европе. Ну, как правильно сказали, что в Соединенных Штатах хорошо красят. Да. Восстанавливать умеют, но вообще у меня такое ощущение, что американцы изобрели лучшую шпаклевку в мире. Вот такой, как у них, я никогда нигде не видел. У нас бывали машины, у которых там до 2-3 сантиметров шпаклевки было. Причем они изобрели какой-то замечательный способ. Они пробивают, видимо, гвоздем дырки в кузове. Скажем, была машина, у нее, видимо, был побитая задняя панель. И ее даже не стали до конца выправлять, так чуть-чуть, видимо, там поправили. После этого наколотили дырок, намазали шпаклевки, и она пролезла сквозь эти дырочки внутрь. И получилось, она вот этими гвоздиками такими из шпаклевки держится за металл. Ну, люди потом, ее купил немец, несколько лет на ней проездил, но там появились какие-то трещинки какие-то на краске. Но, ну, что там такая толщина этой шпаклевки, конечно, представить было нельзя. Ну, мы все-таки будем считать, что у нас качественно реставрируют. Ну вот, пожалуйста, вот можно подойти и посмотреть. Тут во всяком случае вот. Ну и, наверное, огромное спасибо, что пришли. Я думаю, что увидеть во всей красе эту машину, она действительно уникальна своими вот обводами, закрытыми арками задних колес. Да. Это, ну, тогда, учитывая, что крылья были отдельно от капота, это своего рода определенный шаг, ведь с аэродинамикой работают и работают давно. Ну, да, и тогдашние решения по аэродинамике кузова, учитывая вообще саму структуру кузова тех лет, они отличаются от современных, потому что нельзя было. И то, в общем-то, эта машина, если вот посмотреть на нее в профиль, она очень напоминает каплю. Ну да, уже стремились к каким-то формам. Даже были элементы аэродинамические, которые на некоторые машины сверху можно было надеть. Так, были такие эксперименты. А даже вот этого я не знал. Ну вот в книжке «Мерседес» Освальда, там даже есть фотографии таких как бы нахлобучек на «Мерседесы», которые, видимо, помогали немножко придать. Ну и вообще, если говорить об этой компании, там эксперименты с компрессорами были, поэтому я думаю, что как бы это действительно технологический прорыв для своего времени. Ну, действительно, Владимир, огромное спасибо, что пришли, нашли время, оторвались от стенда, бросили свое детище там. Вот. И дай бог вам удачи, чтобы у вас все получилось. Ну, тут осталось совсем немного. Как мне кажется, самое главное, что есть энтузиасты в России, которые этим занимаются, тратят свое время, деньги, и это очень важно. Спасибо еще раз огромное. Спасибо вам большое. Спасибо и вам, наши уважаемые телезрители. С вами была программа «Попутчик». Смотрите нас на канале «Авто Плюс». Всего вам доброго. До свидания.